За последние 3 недели цена на газ снизилась с 33 до 29-30 рублей за литр. Об этом сообщили в Минэнерго Республики. По мнению специалиста ведомства, это говорит о постепенной стабилизации биржевых цен на газомоторное топливо. Кроме того, по результатам совещания, проведенного в УФАС по Дагестану с представителями автозаправочной отрасли республики, владельцам АЗС даны рекомендации об установлении экономически обоснованных цен. Теперь им необходимо представить перечень соответствующих документов, обосновывающих формирование отпускной розничной цены на автозаправочных комплексах республики. Работа в этом направлении находится на особом контроле Министерства энергетики региона.